Всем привет, дорогие друзья, с вами Турбоёжик и Ангелинка. Ангелинка, привет. Привет, всем привет. Где Ангелинка? Вот она, красавица. Вы видели, какая она красивая в реальной жизни. Мы нашли, наконец-то, хорошую девочку. Будем теперь выживать. А, стой, Ангелина, я давай эти ресурсы дам. Давай. Мы строим вот небесный замок, небесный зоопарк. Там так красиво наверху. Ну, сначала давай эти... Ну, у меня не так много ресурсов. Давай эти вот так дам. Что еще? А, сейчас я тебе скрафчу что-нибудь оружие. Железо у меня есть. О, круто. Меч я тебе скрафчу. Он будет очень... Вон, становись впереди меня, я тебе буду скидывать. Да. Вот, это суперский меч. Он тебя спасет от любых бед. Я, к сожалению, забыл, как крафтить броню. Иначе я тебе скрафтил бы броню тоже. А, стопендра. Как эта броня? Вот так же. Нет. Что-то не хочет крафтиться. Ну ладно, не хочет, так не хочет. Уже вечер. Ладно, заберем их. Я просто нету рецептов крафта брони. Так что мне еще тебе дать? А, кирку, всякие вот эти темы тебе нужны, да, точно. Сейчас, секунду. Да, ну ты такой миленький. Что я миленький? Сейчас, а вот рецепт кирки. Ага, вот так она. Понятно. Так, стопендер, я забыл опять, как кирку. А, вот два этих. Все понятно. Два этих. Нет, наоборот. А, вот лопа. А, не, я тебе урановую лопату лучше не давать. Вот так, вот кирка, держи. Давай. Это суперская кирка, самая лучшая в игре. Ну что еще, топорик? Топорик пригодится. А у меня нету на топорика титаниума, к сожалению. Я могу тут деревянный сделать. Ну да, но я тебе оружие дал только пока что. Давай я тебе еще не... А, броню нужно тебе суперскую. А у меня нету ничего для брони. Железная не суперская. Так, поставь здесь вот эту точку, которая на S нажми и окей. Я надо... Так... Смотри, твоя конкурентка, еще одна девушка. Я же с ней усерую. Девчонка, hey guys. Что-то так, слишком много времени мы заняли, короче, давай эти ресурсы. А, мне нужно, короче, рубить деревья. Нам понадобится очень много деревьев. Пошли срубим весь лес. Пошли. Ой, муха летает. У меня не установлен трикапитейтер, так что придется тебе поработать ручкой. А, ничего, я могу сама так сказать. Я слышу, как ты рубишь дерево. А то, что у меня звук включен. А, сделай звуки майна тише просто. Именно Майнкрафт. Да, я поняла. Сейчас звук выключу. О, музыку. Так, я недорубливаю деревья из-за того, что у меня топорик. Интересно, какие... А, ты где? Я тут. Где моя ненаглядная? А, вот она. Да. Блин, тупит. Ничего страшного, это супер мод. У тебя ноутбук, наверное, да? Нет, у меня компьютер. А почему он тупит тогда? Ноутбук я маме дала. Она подарила маме ноутбук. Смотри, какая хорошая девочка. Это чудо. А как ты на него заработала? А, мне на нем аж денег купили. А, понятно. Блин, темно, мне не люблю, когда темно, потому что у меня тут свет светит на экран монитора, и мне тускло. И пошли я... наверх, а? Будем развиваться. А, пошли встать, почему здесь? Коровку замочил. Зачем ты бедную корову убил? Я специально. Она голая, она разделась, смотри. Ай, лагает. Ты что, не умеешь ползти по лестницам? Ау, ты меня ногой на голову наступила. Лагает. Сильно? Так, дорогие друзья, не забываем лайк за Ангелинку поставить. Да? Да. Чем больше лайков, тем больше вам понравилась Ангелина. Так, ну чё, ползём тут, блин, как черепашки. Всё, надо, блин, железную дорогу построить. Вот мой домик, короче, второй этаж твой, будешь там жить.
обедики найти. Кстати, про второй этаж. А, у меня стак булыжника. Давай я тебе его расширю. Интересно, из чего я стены... А, и стены из булыжника идут. Давай я тебе половину стага дам. Ты тоже поможешь мне? Да, конечно. 4 блока в высоту. Ну, по 2, вот так. Да, пока что по 2. Потом мы сделаем окна, все такое. Я вообще хотел трехэтажный сделать замок. Ну, знаешь, чтобы на первом, втором этаже вещи, на третьем там теплица, все такое. У меня закончился уже булыжник. Надо добывать. Нашел, чтобы входить. А, у меня песка нету. У меня вообще ничего нету практически. Так, давай я тебе вот ель дам, то, что добыл. Ты пока будешь обустраивать все, как хочешь в доме. Я пойду добуду все ресурсы. Ну, не знаю, сделаешь там что-нибудь красивое из нее. Я не знаю, что можно из нее сделать, конечно. Кстати, мы можем посадить супер дерево. Семечко есть. Есть? Только я вот думаю, это все испортит. Оно такое большое просто. Я буду спускаться супер быстро. Опа! В воду. А, закончилось получилось. Ну да, я тебе вон дерево дал. Видел? Дерево можно просто так поставить. Я слышу зомбаков, которые ко мне идут. Не знаю, сделай что-нибудь. Украсть дом просто. Деревом там. Можно я с деревом вместе буду. Или сделай из него что-нибудь. Я пока просто хочу добыть песок для стекол. Стекла лучше. Ты умеешь там картины всякие вот эти делать? Да, умею. Что для этого надо? Это я умею. Господи, я затопил все. Какой я неуклюжий. Вот не люблю, когда вот такие шахты делают. А, да, я знаю, как ты делаешь. О, господи, Петрович! Петрович, убегай! Я не буду убегать, он мне ничего не сделает, он мне просто откидывает, это мешает. Просто. Я, Петрович, я вот здесь все закрою. Я не люблю просто, когда вот так туда проваливаешься. О, пчелка застряла. Сдохни. Ну, не пчелка, а эта тварь. У меня слишком много вещей в инвентаре. Надо что-то выкинуть. Давай я заборчики выкину к чертовой бабушке. Охота на монстров. Так, теперь мне где-то здесь шахта была у меня. Я не помню где, но была. А, может вот здесь? Да, может быть и здесь. Да, смотри, тут доски кто-то поставил. А, это я, наверное, поставил. Здесь ты прикольно поставил домик. Мобов. Как мне эти мобы надоели? Мне сама надоело. Челки вообще самые опасные. Не, мне вообще не опасны никак. У меня броня суперская, но очень надоедают так. Отвлекаются такое. У меня жемчуг эндера 5 штук. Откуда? Я его не добывал. Из кого-то выпали, наверное. Что выкинуть, я не знаю, из инвентаря. Переполнен. Ты на шахту пошел? Ну да, я тут камень добываю. Думаю, пару стагов добуду и домой. Блин, еще пару серий пройдет, я тебя уже буду женой называть. Домой к жене. Ты там что-нибудь сделала? А я еще делаю. Пожрать хочу, готовь, жена. А что ты нельзя тобой едать? У меня есть еда, я шучу. Я не знаю, что выкинуть из инвентаря. Все ценное. Давай я сундук скрафчу где-нибудь здесь внизу. И буду в него хотя бы складывать. На факел есть? Да, факела все есть. Тебе факел нужен? Не, я еще пока что не достроил домик. Вот здесь я, короче, я все буду скидывать сюда. Все нужное и ненужное. Урániум, титаниум, железки. Ценные вещи. Если тебе что-нибудь нужно будет, возьмешь. Так, и еду скину, вот. 46. То скинуть на хватит или нет. Уже расцветает. Да если не хватит, добуду, ничего страшного. Ой-ё! Я не туда прыгнул. Алмазики нам тоже надо пройти, можно.
Алмазики нафиг не нужны здесь, это другой мод. Это самый, ну, один из самых простых ресурсов, типа железа в обычном моде. Не, если мод как-то еще не добралась, буду убираться. Ох, я сейчас буду столько камня добывать, тоннами просто. А как дерево уже надо? Тебе дерево уже надо? Ну тебе придется спуститься. Я уж так поняла. Ты просто прыгай в воду и нормально. Папочка! Ой, Петро, зомби. У тебя же супер меч, он с первого раза убьет все, что движется. Тебя убил? Это уже. Да, меч я уже убил. А, ты убила? Да. Я думал, как он тебя завалил-то? О, железку нашел. Прикольно. Нам гравий нужен. А зачем гравий? Чтобы стрелы делать. А что, дорожки можно сделать. Кстати, можно автоматическую куриную эту делать. Ферму. Чтобы яйца у нас были, цыплята, стрелы. О, господи, столько. О, уже уголь, 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 уголек. Уголек же нам нужен. Уголь точно надо. Угля мало не бывает, как ты говорили. Особенно в Industrial Craft. Ну это не Industrial Craft. Еще железо. Тут железо вообще как грязи. Давайте я все-таки железную броню сделаю. Хоть что-то. Сейчас, секунду. Поаккуратнее. О, я нашел какой-то минерал. Это... Зомби спаун эк. Давай ферму зомби тоже сделаем попозже. Давай. Прикольно. А, это соль. У меня два зомби можно заспаунить. Они не два, три, четыре. Эй, зомби. Вообще сделаем такую тюрьму. Тюрьму? Тюрьму. Вот еще. Вот кости находишь, их же с помощью воды можно создавать яйца спауна. Вообще много чего можно создать. Нужно только побольше добыть ресурсов, чтобы там все обустроить красиво. Так. Кстати, насчет длины серии. Я подумал, что и самая оптимальная длина, я думаю, 20 минут. Ты как думаешь? Я так думаю. Или нет? Ты любишь подольше, по-моему, да? Ну, я нормально так же, как ты. Так. Все обычно хотят подольше, подольше. Ну, можно подольше, конечно, серию делать. Так, еловые доски мне хватает. 20-25 минут, короче, пусть будет так. А, зомби. Тройчи. Все, я, короче, добыл некоторое тройчи количество ресурсов. А, мне нет. Еще выбраться нужно отсюда. А ты же можешь хома телепортить. Я сет хом уже не поставил. А, ты добыл? Ой, кто-то ползет, сейчас я его луком скину. Кто-то ограбил мой сундук. А, там ничего и не было. Пойду рубить деревья. Ты же закончил все? Она с кем-то шепчется. Домик доделал. А с кем шепталась? Да, это бабушка. Бабуля, привет! Это Турбоёжик. Подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй. Привет-привет, Турбоёжик. С какого-то города? А с какого? С Кисловодска, наверное. Что? Кисловодск. Есть такой город. Кисловодск? В Ставропольском крае. А вы смотрите мой канал? Не, я так одна смотрю, мне это надо. О, я, знаете, как интересно. Я контролирую, чем она занимается. Слышу голос взрослый, поэтому подошла. Ой, взрослый, мне всего 12. Сколько? Я шучу. А, ну. Слушай, Ангелина, я покраснел.
Прям как ракетные войска РВСН. После нас только тишина. Я домик-то достраиваю. Поэтому тишина. Ага, твоя бабушка меня смутила. Нет, так не уже. Деревья копал, никого не трогал. Бумочка. Хэ, бумочка. Я в лед так. Как одел сзади тебя? Лед. Вон, он нас не пустит. Кстати, надо уничтожить этот лед, чертовой бабушки, потому что он. Еще бомбочка твоя попадет на этот лед. Злая какая. Взяла, убила крокодашку. Да, убила. Кроколябрика. Давай вот здесь вот так сделаем, чтобы. Вот так. А, так сделать. Так, давай я тебе вот здесь оставлю некоторые ресурсы, вот они. Я вижу, ты железо еще положу. Железо, да, бери все, что тебе нужно, так, да. Надо печку сделать железную. Железную печку можно делать здесь? Да ну. Ой, фу. Это же другой мод. Да, я вот запутал. Не, просто это... А, уголь, у меня 300 угля. А, уголь, точно, уголь забыл. О, девушка, привет, можно с тобой пофлиртовать? О, какой у тебя красивый игла. Ой, я с ней не разговаривал. Ты точки найди. Это был не я, это вообще другой человек. Я просто поз... Это мой друг. Смотрела Дом 2? Дом, да, я часто смотрю Дом 2. Часто смотришь? Да. Сегодня смотрела? Вот ТНТ вообще. Не работает, то работает. А, понятно. Не, дорогие подписчики, я не смотрю Дом 2. Я даже не знаю, кто такие Габозовы. И уж тем более не знаю, кто такие Черкасов и так далее. Так долго поднимаюсь я, поднимаюсь. Привет, как дела? Там жена нас застукала, понимаешь? Мы не могли... Она смотрит. Так, все, я мимо. Пофлиртовать с девушкой не дашь. Я тебя не даю. Ага. Своим суперским мечом целишься. Я тут столько деревьев добыл, дерево добыло. О, блин, что еще добыть здесь? Вообще нечего добывать. Ой, какой-то идиот вместо песка доски поставил. А, я знаю что. Снег. Будем големов создавать. Тыкву нужно только. Я пока что обычно буду броню носить. И железка. Да, а что еще? Там будет дальше добывать. Ну, она неэффективна вообще. Ну да, эта серия уйдет на обустройство Небесного дома, правда. Как назвать серию, кстати? Ух! Вниз не спускайся, здесь каракатицы. Давай. Они очень опасны. Я их всех перебил. О, зачарованный алмазный нагрудник с них выпал. Ой, не алмазный, а этот. Ну, не алмазный, короче, нагрудник зачарованный. Так, все, я себе броню сделал. Давай, давай я тебе его... А золотой зачарованный на нагрудник. Хочешь, я тебе его дам? Давай. Золотая девочка. Давай. Не дам. Жаленький. Бомбочка, прыгай. Ага, прыгай. Да не надо прыгать, я просто сейчас сам поднимусь туда. Мне наверх надо. Чё здесь у нас есть? А, ты смотрела, ты там Настя прыгала и умирает. Когда ты пирамиду, помнишь, делаешь? А, помню, делали мы пирамиду. Мы с Настей постоянно ругались обычно. Вот не так. Было ни одной серии, чтобы мы не ругались. Ты видишь стрелы? Нет, не вижу, я там. О, теперь... Ой, они в меня летят. Ой, ой, я увернулся. Ой, это еще одна. Не убиваешь. Они меня не могут убить, у меня супер броня. Вот они летят вверх. Ху-ху-ху. И, ну если в тебя попадут, они тебя убьют. Ой, вон стрела. Ах, я увернулся. Нет, не увернулся. Ах, все поймал. Так можно играться. О-хо-хо. Давай я тебе алмазный, на. Держи алмазный бюстгальтер. О, снежинки. Хочешь, я тебя снежинками закидаю? Давай. Нет, мне жалко снежинок. Жалко, да? Ну ладно, закидаю, иди сюда. А я уже наверх поднялась. О, нифига себе, ты уже домик построила? Да.
Легкая, хозяйственная. На тебе снежок за это. Бум. Я обычно так делаю. Я зря много делал факел. Так, смотри. Да эти рыбки, да? Пожаришь потом. У меня же есть рыбки. Ну, пусть лишними не будут. А чё так, потолок маленький? Ну, ладно. Давай, короче, сделаем еще один этаж, где у нас будут растения. Зачем я прорубил две дырки, интересно? Я фундук поставлю здесь. Я здесь расширю, короче, верхний этаж. И с досками. У нас есть и эта земля в большом количестве? Земля? Да. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, видно. Знаешь песню такую? Как ой. Сын грустит о матери, как сын грустит о матери. Грустим мы о земле, она одна. Кто знает, дорогие подписчики, напойте в комментариях песенку, слова песни. Пишите комментарии. Да. Можно здесь ферму сделать, как раз. Что? Ферму здесь можно сделать. А я и так собираюсь расширить. Давай я тебе тоже дам рельсы. Давай. На. Так, ты тоже расширяй по кругу, по одному блоку, вокруг. Чем больше, тем лучше. Это страшно. Здесь у нас как раз будет... Shift просто зажимай. Умеешь же с Shift'ом работать. Если Shift зажать, то он не свалится. Уже темнеет, смотри. Опять, если ты свалишься, ты умрешь. У тебя сетхом... А, кстати, про сетхом. Я сетхом еще не установила. Господи, неужели он слит напишется? Нет, не пишется сетхом. Да я тоже попробую. Не работает, я не включил читы. Неизвестно, почему неизвестна команда. Ну, чит ты забыл включить, наверное. О, господи. Ну, великие строители, короче. Строим поднебесный замок. Надо сильно расширить все. Очень сильно. Давно дома не строила. Тебе страшно? Ага. Смотрите, ребята, я боюсь высоты. Я не... Просто страшно как умирать. Конечно, никто не боится высоты как таковой, все боятся падать. А-а-а! Упала? Я еле умерла. Ого, в воду? А, меня убивает скелет, меня убивает скелетик. У тебя супер меч. Я помню, ты убиваешь зомби. Взяла, упала с моими ресурсами. Ужас. Спасибо, что я не умерла. Не, я бы забрал ресы и заприватил бы территорию. Да, я шучу. Хорошо, что ты не умерла. Я так и знал, что ты свалишься рано или поздно. Как пить дать это? Гадалки не ходи. Кстати, про гадалку, где мои ресурсы? Мне не хватает. Вот и сундук кто-то здесь засунул. Я поставил фундучок. Да ладно, я думал, он сам появился. О, господи. Облако, облако. Это радиоактивное облако. Прыгаем. Так я умираю. О, носатый, привет. Убил носатого. О, смотри, скелетика выпили, выпали эти косточки. Косточки нам пригодятся, мы выращивать будем уже конопашечку. Коноплешечку. Запах, привет. Помогает. Мне маленький помогает. Слушай, у меня... Представляешь, сколько дерева мы потратили? У нас уже нету дерева. У меня есть. Ага. Так, я даже не вижу наш дом за этими облаками. Видно. Ну, уже темно же. Меня стреляет скелетонус. Ай. Надо здесь аллозавра создать, он будет убивать всех мобов. Ну, правда, и нас тоже будет пытаться убивать. Тебя он сможет убить. Так, твоей... сейчас домик не дать сюда встраивать. Господи, зомбак, иди отсюда.
Мешает мне, короче, добывать ресурсы. О, господи, ну как вы мне надоели. Пошли вон, мне вы не интересны. Я не хочу с вами знакомиться. Ой, ладно, обнимашки хотят. Давай, крипер, обнимашки. О, я тебя вижу. Видишь, ну молодец. Вот носатый приперся. Ой, я думал, ты мог. А ты... Ты поосторожнее, я тебя могу убить, так случайно. Крипер взяла, откинула на километр. Беднягу. Это у меня такой меч хороший. Ну да. Это самый лучший, один из самых лучших мечей. Да. Хе-хе, а у меня самый лучший лук. Ты можешь меня, кстати, ударить. Да? И убегаешь сразу. О, меня кто-то пнул так хорошо. Это я тебя так. Ну, ты товарищ. Зачем ты товарища убил? Он хотел меня укусить. Булки, ну ладно, булки некоторые. Да. О, жареное мясо. Ты забрал главное. А тебе зачем? Тебе фигура, все такое. Ниточки надо собирать. Опыт собирать. Ай, ты что меня убиваешь? Это а, меня не убивают? Если б я, ты сразу умерла бы. Да, а то угадай, кто меня убивает. Лучник какой-нибудь. Электрошечка убивает. Кстати, про лучников. Нам пора уже наверх нормально создаваться, развиваться. Да, я убью в келитошечку. Убиваем. Дать ему. Тоже тебе может запретить. Кстати, про скелетошечку. Давай закончим скоро серию. Пошли наверх, там закончим. Давай. Или внизу лучше закончить, пока добываем ресурсы. Давай лучше наверху, где ты там? Иду. Жалко, что от хома нельзя установить. Это специально, чтобы ты не расслаблялась. О, господи. Смотри, я могу стрелы наверх запульнуть, и тогда тебя будет убивать моими стрелами. Не надо меня убивать. Ты сзади? Да. Ой, ты как ёжик. Утыканная. Да, ты как ёжик. Кстати, про ёжика. Я опять сам себя слышу. Что-то опять натворила. Микрофон нужно тебе подальше от колонок держать. А у меня в компьютере. У меня под камерой, так у меня микрофон установлен. Понятно. Так, смотри, облако радиоактивное уходит. Давай сейчас здесь и закончим. У тебя что-нибудь интересное есть из ресурсов? Нету. Ну ладно, ничего страшного. Ну что, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте побольше лайков, будет больше серий. Если эта серия наберет очень много лайков, сразу же выйдет вторая, третья, четвертая и так далее. Смотри, я вот тыкал свечкой. Тюзюм. Так что, ребят, всем спасибо, всем пока. Пока!